Окей. То, что мы жили в Советском Союзе, которые говорят, что так как мы жили по Ликутей Диним, который написал Рав Аминов, за царь, и перевел Рав Шимон Хахам, там есть много алахот, которые идут по тому, что написал Рамак. Мы сказали, что Шулхан Арух состоит из двух частей. Основная часть Шулхан Арух, это то, что написал Рав Йосеф Каро, это посек Сфарадим, и комментарий, который написал Рамак. То, как бы там ни было, как бы мы там ни жили, без радости, мы начнем по вот этой книге Блин Эдер Мишнат Хахамим, Мишна Брура с комментарием Мишнат Хахамим, чтобы мы знали закон четко и ясно, что считает и как считает Сфаради Пуским. Перевод не делал, потому что не стоит как бы его переводить, легче другим выучить иврит, чем эту книгу перевести. Понимаете? Как можно выучить иврит в возрасте 60-70 лет? Я не... Это неправильно. Есть... Не, есть... Есть другие... Есть другие... Сейчас, минут. Есть другие книги... Теперь. Есть... Эти книги... Эта книга обычно глубоко изучается в Ешеве. Поэтому... Эта книга... Я не думаю, что кто-то ее переведет. Может быть, есть. Я не знаю. Есть сегодня много раввинов, которые находятся в Украине и в России. Они очень много книг переводят. Очень интересно, они молодцы, они очень много книг переводят. Я не знаю, начали уже переводить даже Гемару. Я не знаю, может быть, это тоже перевели или переводят, но в основном пишут алахот, который легко изучать. Это более глубоко изучать. Маленький вопрос. Вы устали читать тех авторов, которые он читал? А мы не читали. Откуда у него столько времени? Вот это его усилие, и вот это столько мнений, что действительно это... Очень непростая работа, потому что мы с вами изучаем то, что изучаем Дав Йоми или другие изучения, в основном это мы изучаем для общего понятия. Но Аллаха, сейчас он написал закон, и когда его однажды спросили причину одного закона через много-много лет, когда он написал свой комментарий, Мишна Брура, он сказал, я сейчас не помню, почему я этот закон написал, но я могу сказать с точностью, с уверенностью на 100%, что когда я этот закон написал, мне было четко ясно, что этот закон так и есть, и там нету никакой ошибки. Потому что он действительно очень много-много вложил в свой труд. То, вероятно, продолжим на следующем уроке. Баруха Адонай Леолам. Амин ва амин.